Она – самый бьюти-бренда-трендовый шопинг-эксперт. Пальцы не обманешь, друзья, эти пальцы видели многое. Кокито синтетика. Отыщет эксклюзив в труднодоступных местах. Здесь уголочек фэшена. И выбьет скидку даже в диких краях. 45. No, 30. 40. И он, шопер из народа. Ну, привет. Хоть уже и не новичок, но я как мужчина все-таки выбираю трактор. Но все равно делает много ошибок. И о статусе гуру шопинга телочки, 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 телочки. Ему пока приходится только мечтать. Ты что мне принес? Подожди, подожди. Ты лопух. Говорит, что ты-то лошара. Кто лошара? Всем привет! Это Орел и Решка шопинг. Каждую неделю Маша и Егор отправляются на шопинг яркого отдыха в самые интересные города планеты. Привет. Ой. Оп. Чтобы сделать эксклюзивные, необычные и очень креативные покупки. Кто из них будет шопиться с безлимитной картой, а кто со 100 долларами традиционно, решает Орел или Решка. Шопинг. И мы в Палермо! Сицилия, мороженое, марципан. Мафия. Какая мафия, Егор? Какая сицилийская мафия? Каноли, лимончелло. Ремонт. Пора бы сделать, посмотри, 200 лет никто штукатуркой не ходил даже. Егор, вообще, ну какой ремонт? В этом есть дух старины, в этом есть свой шарм. Ну вот я тебе предлагаю на дух старины, на шарм, на лимончелло, что там тебе, $100 и... Вперед. Не договоримся. У меня большие планы здесь. Орел. Решка. Хорошо. Дай, ну это уже просто невозможно, как ну что это? Что сюда ты? Иди карту давай. Сюда иди карту мафию давай. Мафию включил или что? Сюда иди. Ой, как же хорошо. Ну, Егорь, ну не расстраивайся, ну просто понимаешь. Ну это же который раз. Чао-чао. Аривидерчи. Бессовестная женщина. Монетку не видели? Бросил же еврик только что. Вот он, где-то прозвенел. О! Море и солнце. Темпераментные итальянцы. Сицилийские апельсины. Марципановые сладости и мафия. Все это Палермо. Ваш шопинг здесь будет по-настоящему итальянским. Такого искусства вы еще не видели. Я же здесь толстуха. Таких деликатесов вы еще не пробовали. Палец негодяя в кляре. Здесь будут кипеть страсти. Либо она отрубила ему голову. И так далеко вы еще никогда не заходили. Бабосик, суточный сюда. Вы готовы раскрыть сицилийские тайны? Тогда вперед! Палермо – типичный итальянский город. Здесь на каждом шагу католические соборы и узкие улочки. Под окнами валяется старая мебель и везде сушится белье. С
Здесь отовсюду слышны горячие споры и крики уличных торговцев. Перфетто! У нас вы такого не увидите. Палермо – немноголюдный город, и здесь никто никуда не спешит. Все отдыхают, едят и наслаждаются жизнью. А еще Палермо – очень старый город. Во всех смыслах этого слова. Здесь абсолютно все требует капитального ремонта. Вот это ж надо было улететь за тысячи километров, чтобы приехать, пройтись по улице и понять, что в принципе у нас дома то же самое. Какие-то обшарпанные стены, водопровод прямо здесь торчит, бумажки, мусор. Егор, ну что ты прицепился со своим ремонтом? Город же красивый. Посмотри на эти средневековые здания, винтажные фасады и башни. А какие статуи повсюду. Кстати, они сделаны из мрамора, так что здесь все дорого-богато. Сицилия славится своим мрамором. Называется он перлатино. Этот мрамор с уникальным перламутровым блеском. Это большая редкость, и добывают его только здесь. Интересно, сколько будет стоить положить такой мрамор на пол? Понятно, что мраморный пол я вести не буду. Посмотрим, что тут есть еще из перлатина. У нас часто покупают вот такие мраморные таблички и пишут на них имена. Ага, именные таблички. Можно выбрать шрифт, смотрите. Ага, и декор. Так, значит, что мы напишем? Мы пишем Мария Ивакова, вот сердечек добавим, розочек. И все это розовое. Или красное. Лучше красное. Красно больше спросит. Мне нужно знать дату вашего рождения. Зачем вам это? Ну как без нее? Это же обязательно. О, Господи. До меня плавно начинает доходить, что здесь за таблички, и почему он мне спросил дату моего рождения. Это надгробная табличка. Он что, думает, что я умирать собралась? Я же еще молодая. Оказывается, для итальянцев это стандартная покупка. Они заранее заказывают похоронные таблички даже детям, которые еще не успели родиться, и выкупают для будущего семейства места на кладбище. Если итальянец на первом же свидании приводит сюда девушку и показывает ей места, где они будут похоронены, это считается признаком большой любви. Ну, не знаю. Я не итальянка и далека от таких традиций. Никаких табличек и ваз для праха я себе заранее покупать не буду. Я вижу, у вас еще есть статуэтки. Это наши святые. В Италии есть традиция ставить в домах статуэтки католических святых, чтобы они оберегали дом и семью, которая в нем живет. Это Санта Розалия. Она покровительница Палермо. А это Санта Рита. Кстати, вам она очень подойдет. Вот, например, Санта Рита защищает всех путешественников. И мне вот порекомендовали ее приобрести для того, чтобы удача и защита были всегда со мной. На Сицилии 330 солнечных дней в году. Летом жара такая, что не знаешь, как охладиться. В общем, нужно срочно спасаться от этого солнцепёка. Любыми способами. Дэвид Бекхэм, Гай Ричи, Леонардо Ди Каприо и Риана. Кого не хватает в этом списке? Правильно. Человека, который стоит перед вами, погибает от жары и идет себе покупать сицилийскую кепку. Коппола. Видели когда-нибудь плоские кепки? В общем, это и есть классическая коппола сицилиана.
У нас такую кепку называют пельмень, и ходят в ней только гопники. Но здесь Коппола считается очень модной и носит ее все. Hello. Знакомьтесь, это Тина. Она дизайнер Коппола. Почему эти кепки здесь такие популярны? Сицилия – это родина Коппола. Они стали модными после фильма «Крестный отец». С тех пор черная Коппола – это символ мафии. Но мне не нравится это сравнение, поэтому я стала делать разноцветные Копполы с разными дизайнерскими принтами. Иногда я даже шью Копполы из своей старой одежды. Смотри, это кусочки моего выпускного платья. А это что за Коппола? Это детская. Представляете себе этого маленького человечка с щечками такого хорошего? Для маленьких. Класс. Многие просят вышивать на них имя малыша. И номер телефона мамы. Посмотрите, какие красивые. Вот как вы думаете, это тоже детская Коппола? Японцы попросили меня создать Копполы для их собак, чтобы они были похожи на своих хозяев. Я взяла мерки со своего пса. Лулу, а ну иди сюда. А ну. А ну-ка. Лулу. Примеришь Копполу для нас? Ай, классно. Слушай, ну тебе уже даже Копполу нашли. Надо бы им мне что-то подобрать. Какая Коппола мне подойдет? Попробуй эту. Слушай, ну я прям в шоке. Я как бы к кепкам всегда относился так осторожно и в основном выбирал бейсболки, а тут посмотри. Это другой человек. Вызывает доверие, вот скажи мне. Вызывает доверие. Вот. Вот. Может, и денег даст. А эта Коппола самая ходовая. Она сделана из льна. А ну-ка. Так, а ну-ка сейчас. Так, не кочегары, мы не плотники. Ребята, скажу вам так. С такой Копполой я реально буду самым четким пазиком на райончике. Может, покажете мне еще варианты? Посмотри на эту. Она очень элегантная. У нас мужчины такие носят под смокинг. Слушай, очень хорошая кепка. А какая у нее цена? Эта Коппола стоит 150 евро. Я знаю, недешево, но обычно такие кепки ввозят из Китая. А это сицилийский продукт. Все мои кепки сделаны на местной фабрике. А это еще и с ручной вышивкой. Такую ты нигде не найдешь. Так, не буду подавать виду, что денег нет. Просто скажу, что это для меня чересчур... Чересчур броско. Это Коппола. Слишком празднично. А мне нужно что-то простое, повседневное, чтобы я мог гулять по городу и не получить солнечный удар. Окей. Красиво отмазался, да? Тогда бери эту модель. Это классика. Я надел ее и чувствую, что она моя. На? Нравится тебе? А сколько стоит эта Коппола? 40. Все равно дорого. Но я реально не знаю, куда деваться от этой жары. Ну что делать? Беру. Ну что, Палермо, бюджетный шопер, к шопингу готов. Эх, что у вас здесь купить-то можно, а? В домах у сицилийцев часто можно увидеть старые разрисованные тележки. Они передаются из поколения в поколение и считаются семейной реликвией. Оказывается, раньше такие тележки были основным видом транспорта на острове. На них изображались рыцари, их подвиги и традиционные сицилийские орнаменты. Коней украшали яркими помпонами, зеркалами, колокольчиками и перьями. В
те времена на таких сицилийских кабриолетах ездили только богачи. А сейчас эти тележки – развлечения для туристов. Посмотрите, какая красота! Это напоминает мне просто какой-то карнавал. Мне хочется махать всем и говорить: смотрите, это сицилийское чудо! Да, конечно, я бы не сказала, что мы идеально вписываемся в городской пейзаж, но, по крайней мере, возвращаемся к истокам. В Палермо осталась всего одна такая традиционная карета, и покататься на ней стоит 300 евро в час. А сколько она стоит? Так, 20 тысяч делим на 300. Слушайте, так эту карету можно быстро отбить и еще заработать на ней кучу денег. Продай ее мне, а? В общем, как бы я Алонзо не уговаривала, все бесполезно. Сицилийской тележкой у меня не сложилось. Святая Белладонна, Мария Игоревна, телега за 20 тысяч? Славно, что я не купила, потому что вот здесь все гораздо дешевле и не менее интересно. Идем смотреть. Бонжорно. Вот, пожалуйста, такие же тележки, только сувенирные. Смотри, какая красота. Вот это телега. По городу, конечно, не поездишь, но по квартире погонять можно. Сколько стоит? 300 коста, 2 чайника. За 80 евро продают. Смотрите, какую карету. Карету со сменными насадками для лошади парадными, колесами летними, с резиной зимней. А конь какой шевелит, вы смотрите, копытцем бьет. Правда, дороговато для меня. Надо посмотреть телегу отдельно, без коня. А здесь у нас целый тележка-парк. Посмотри. Телега. Деревянная. С держателем. Мало того, что она ездит, так она еще выполнена как оригинал. Есть все крепления. Правда, видно немножко, как мастер расчерчивал заготовку. Но с другой стороны, это еще раз нам указывает на то, что это ручная работа. А вот какая! Разрисованная сицилийскими узорами. А эту можно разукрасить самому. От настоящей, ну, практически не отличить. Ну, стоит такая телега тоже довольно-таки прилично. 40 евро. Стартаперы, задумайтесь. А вот и она. Телега с парадно-выходной лошадью. Маша почти на такой же каталась. Здесь и бубенчик, и парень в копало. Помидоры, лимоны, апельсины. В общем, все, чем богата Сицилия, в этой тележке. Короче, куплю, пусть Маша позавидует. У кого-то Италия ассоциируется с едой. У кого-то с романтикой. А у кого-то только с футболом. Но для меня Италия – это мировой центр высокой моды. Говорят, в Палермо отличный модный шопинг. Да уж, и что в этом такого? Обычные плетеные сумки. Это наша традиционная сумка кофа. На сицилийском это значит корзина, сплетенная из пальмовых листьев. Раньше наши женщины ходили с такими на рынок за продуктами. Но потом в кофу стали класть корм для лошадей и вешать на тележки. Чтобы кофа не была заметной, ее стали декорировать орнаментами и помпонами в сицилийских цветах. Это сицилийский апельсин. Это лимон. Синий обозначает сицилийскую страсть, а золотые украшения – богатство.
Уже много лет Луиджи плетет и украшает кофы вручную. А его дочь Франческа их здесь продает. Это, конечно, все хорошо, но наверняка вы думаете, при чем здесь высокая мода? Так вот, в последних коллекциях Доминика Дольче, тот, который из Дольче Габбана, куча таких сицилийских корзин. Так что кофа сейчас – это супермодная вещь, и я тоже такую хочу. А теперь момент истины. Какую сумку выбрать? Эта сумка в настоящем-пренастоящем сицилийско-прецицилийском стиле. А это такой вот пляжный вариант. Голубая волна, голубые глаза, зеркала, красота. Какую посоветуете купить? Эту или эту? Бери две. Ой, я люблю таких мужчин, которые говорят, бери две. Но, ну нет, я возьму одну. Сколько она стоит? Отлично, покупаю. Палермо – это дом Коза Ностры. Именно здесь появилась сицилийская мафия. И она до сих пор держит город за горло. Все магазины обязаны платить дань мафиози. Если не заплатишь, твой бизнес прикроют. Но если у нас это было только в 90-х, то здесь это продолжается уже 100 лет. Полиция вроде борется, но больше делает вид. Понятное дело, все знают, кто здесь мафиози, но одновременно никто ничего не знает. Усекли? Мафия для Палермо – это как Эйфелева башня для Парижа. Это как Колизей для Рима. Это символ, вокруг которого здесь все крутится. Понятное дело, на нем зарабатывают деньги. Мне вот просто интересно, вот как бы поступил Дон, если бы знал, что какая-то человечина, а его лицо-то святое, бычки тушит, а? За 4 евро. Никакого уважения к семье, к фамилии, к мафии. Прошло всего несколько десятков лет, и человек, взгляд которого пытался пародировать каждый уважающий себя мужчина, стал, просто объектом насмешек. Что это? Ну как Дон может... Дон Паркинсон какой-то или что? Что это? Еще бы вот такой вот сделали, знаете как? 6 евро. Ну как так? Ну. Неожиданно нагрянули друзья, не знаешь, чем их удивить? Шеф-повар Дон Корлеон к твоим услугам. Сегодня в меню. Палец негодяя в кляре, язык молчуна на пару и ломаные ребра в ассортименте. Но есть и просветление. Компания Дона стоит всего 2,5 евро. По сути, обычная рюмка, но пьешь не один. Пару таких рюмок, и уже сам как мафиози. А ну стоять. Бабосик. Суточные сюда. Все суточные сюда, да? Ну что, операторам не платят? Что это за суточные? 40 евро. Я вернусь завтра. Смотрите, всего 4 евро стоит, а 40 отжал. Что тут еще есть? Футболки. Кружки, зажигалки, и все с Доном Корлеоне. Барахло. Капец. О, карты. Это же традиционные сицилийские карты. Вот у нас забивают козла в домино, а здесь режутся в такие картишки. Играют в брисколу или в скопу. Сицилийские карточные игры. Говорят, это что-то среднее между покером, бриджем и нашим дураком. Ну классно же, я тоже такие карты хочу. Сколько стоит? Тур. Отлично. Давайте тогда мне эти карты. Держите. В
Ну что, попробую сыграть? Лошадь, булава, амфора. Ого, кружки бьют кувшины. А это что, козырь? А масти какие? Ничего не понятно. Ясно. Я купил ненужный сувенир. Так вот где скрываются мафиози. Сидят, в картишки на деньги играют. Пойду-ка я лучше отсюда. Есть у нас традиция. Рубрика «Подарки». Привозить подарки не только себе, но и вам, дорогие телезрители. Ну что, Валерий Горбунов. Ребят, Ёж. Из всех заказов в соцсетях мы выбираем самые оригинальные и находим их. Открой дверь в Нирвану. Бонжорно, сеньоры и сеньорита. Прямо сейчас я расскажу вам, что же вы хотите, чтобы мы привезли вам из Палермо. Рубрика «Подарок зрителю». Все ваши заказы разные, но несколько однообразные. Кто-то хочет 5 литров миндальной настойки. Кто-то хочет 1,5 литра моря в банке. Кто-то хочет сладкий марципан. А вот Оксана Гербет вообще хочет по хипподиуму. Оксана, я очень надеюсь, что это что-то приличное. Но победитель у нас все-таки есть. И зовут ее Соня Бушкевич. Что она пишет? Дорогие Орел и Решка, привезите мне, пожалуйста, из Палермо машинку для изготовления пасты. Соня, если вы любите пасту так, как люблю ее я, то вам просто необходима эта машинка. Поэтому прямо сейчас я отправляюсь вам за подарочком. Италию невозможно представить без пасты. Спагетти, феттучини, ригатони, тальятели, казареччи. 100-150 видов макарон в Италии, господи! Ребята, это слишком много! Посмотрим, как их здесь делают. Как вы понимаете, пасту готовят из теста. И вот берут тесто. Вместо того, чтобы использовать скалку, используют вот такую машину, которая делает его очень тоненьким и вот превращается в такой, можно сказать, кусок ткани. Потом посыпают мукой и отправляют в машинку для нарезки пасты. А, все? Так быстро? Феттучини. Парделле. Папарделле. Тренетте. Я даже таких макарон не знала, тренетте. Оказывается, есть. Итак, давайте разберемся. Самая узенькая паста. Это тренетте. Дальше по размеру идут тальятели. Вот, видите? Пошире. Феттучини еще чуть потолще. И, наконец, самые широкие – это паппарделле. Но это были самые простые виды пасты. Прямо сейчас начинается изготовление сложных макарон. Это фузилли. И делают их в мясорубке. В жизни не могла подумать. Пахло, знаете как? Как тесто от пельмешек. А это ригатони. Ну, рожки по-нашему. Только у нас они скрученные, а в Италии ровнее. А теперь самая любимая паста всех итальянцев. Классика for Italian people. А ну-ка посмотрим. Так это же просто лапша, только очень длинная. Ой, он мне колье подарил, вы видели это? Пойду так на свидание. В лапше бокатини. А бузиате надену как сережки. Ну все, шутки в сторону.
В общем, тесто, как вы видите, везде одно, а форм куча. Но паста, это же так вкусно. Понимаю тебя, Соня. Обязательно куплю тебе подарок. За машинкой для пасты я пришла в магазин товаров для дома. Тостеры, чайники, пароварки, мультиварки, кофеварки. О, а вот и они, машинки для изготовления пасты. Дорогая София, для того, чтобы твоя паста была самая вкусная среди всех паст в мире, для того, чтобы ты могла сама ее готовить, специально для тебя вот такая замечательная Made in Italy машинка для изготовления пасты. Она раскатывает тесто, режет пасту и даже делает листы для лазаньи. Мне кажется, что я настоящая антимафия. Если мафия все отбирала, то я дарю и дарю. Поэтому вдобавок к вашему заказу есть подарочек. Стильный тревел-органайзер от нашего туристического партнера проекта Join Up. Приятных вам путешествий! Маша, итальянская кухня – это не только паста. А как же пицца, ризотто, брускетты с томатами? В Италии просто невероятное количество деликатесов. Где их купить? Конечно, на рынке. Это рынок Паларо. Ему больше 1000 лет. Именно здесь можно купить все по-настоящему белло сицилийское. Идем. Белле фунге, фунге. Грибы, улитки, всевозможные оливки, каперсы, сушеные помидоры. А can I try? Can I... А ну-ка. Вы ощущение, что вы едите сухофрукт со вкусом помидора. И соль. А это что такое? Властью серого черепа. Пимен. А, это длинный цукини? Мама мия, что за страшные огурцы? А, what's the name of this? Bangladesh, Corolla. Corolla. А я-то думаю, откуда на Сицилии такие дерзкие огурцы? Конечно, из Бангладеша. Откуда еще? Все, ни сицилийский не покупаем. О, миндалечек. Из него делают, кстати, здесь марципан. Водку и даже молоко. Батарга, ребята, так. Значит, ребята, это местный деликатес. Называется батарга. Это прессованная икра местной рыбы. Батаргу можно сделать из икры любой рыбы. Но самая популярная здесь – икра рыбы-меч. И надо пробовать пока. Вот вы ели когда-нибудь копченую молью? Тогда представьте, что она полежала на тарелке денечек. Немножко так обветрилась, мухи на ней посидели, и она немножко сохлась. Вот, это оно. Но, блин, вкусно же как! Просто... И цена, как для деликатеса, отличная. Надо брать. Класс! Одно из популярных развлечений на Сицилии – это опера «Дей Пупи» – местный театр марионеток. В репертуаре мифы, история о Карле Великом, баллады о рыцарях-паладинах и сицилийские легенды. Самое популярное – о голове. Наверняка многие из вас, кто был уже на Сицилии, привозили себе в качестве сувенира вот такие вот головы.
Но мало кто знает, какая история хранится в этих головах. А история такова. Жила-была женщина. Она была красивая, независимая и богатая. И все бы хорошо, пока она не влюбилась. А влюбилась она в не менее красивого, харизматичного, чернокожего араба. И вот у них любовь. Пока она не узнала, что у него есть другая женщина. Горе! Измена! Злость! Надо как-то отомстить, подумала она и решила поступить справедливо. Она отрубила ему голову и очистила содержимое головы и сделала вазу для цветов и фруктов. Ваза стояла у нее на столе, потом стал отваливаться нос, уши. Ну, сами понимаете, время неблагосклонно. Пришлось сделать такую же, но керамическую. Таким образом и родилась эта добрая традиция держать керамические головы у себя в доме. Ну, я себе тоже с удовольствием куплю. Буду обязательно рассказывать историю своему парню. Ну, чтобы думал перед тем, как что-то сделает. А сейчас приготовьтесь. Я расскажу вам страшную историю. Однажды в местный женский монастырь приехал архиепископ. Чтобы удивить почетного гостя, монахиня Луиза решила украсить сад фруктами. Но не настоящими, а сделанными из марципанового теста. Архиепископ был невероятно впечатлен сходством. И с тех пор эти марципановые фрукты знамениты по всей Италии. Я, конечно, больше фанат мясного и острого, но, цитируя известную телеведущую Марию Вакову, «Это ж каноли, это ж марципан!» И находясь на родине сладостей, на Сицилии, ну, грех не попробовать. Давайте узнаем, что это такое. Ого! Блин, я как в ювелирке, только там не пахнет. Это же произведение искусства прям. Так вот же она, марципановая мандаринка. Дайте одну. И банан дайте. Ты видел, какой он маленький? Каноли. Один. Две вот эти вот зелененькие. Две. Да. Так. Ой. Я даже боюсь спрашивать, сколько это уже стоит. 13 евро. И знаете что? Пусть это мои последние практически-то деньги. Вот вообще не жалко. Так. Ну а теперь пришло самое время человеку с худшей работой в мире отведать эти кондитерские изыски. Пам-пам-пам-пам. Та-ра-ра-ра-ра. И первая кондитерская шалость, с которой я хотел бы вас познакомить, знакома многим мужчинам в возрасте до 2 и после 14 лет. Называется грудь. Ну, я попробую, а вы послушайте историю о том, как вообще эта сладость появилась. В 3 веке в Палермо родилась девушка по имени Агата. Агата, запомните. Когда девушке было 15 лет, в нее влюбился римский префект. Но, в отличие от Агаты, он был беден и не был христианином. Ну, как обычно, семьи не те, сомнения, споры, разногласия. Стандартная история. Пока что. Разумеется, девушка отвергла префекта, и тот посадил ее в тюрьму, чтобы пытать. Ну, это приблизительно, как сейчас сказать декану «нет». Но Агата не отрекалась от своих убеждений, и префект жестоко ее наказал. Он отрезал девушке грудь. Подонок. Негодяй. После смерти Агату причислили к лику святых великомучениц Италии. Собственно, это пирожное символизирует отрезанную грудь святого человека. Звучит, как бы, с одной стороны, кощунственно, но с другой стороны, итальянцы балдеют от этой сладости. Как по мне, так, ну, чересчур приторно. Творожок хорошо, смородинка хорошо, а сахара много.
Сладость номер два. Традиционная сицилийская каннолле. Это пирожное с сыром рикотта здесь очень популярно. Сицилийцы его просто обожают. Что же в нем особенного? Блин, ну, ребята, вы же ели трубочки со сгущенкой когда-нибудь? Ну, вот представьте, что в трубочке со сгущенкой вместо сгущенки просто напихали рикотты. Такое масляно-сырное что-то, вот нечто посредине, такой кремочек. Ну, сладость и сладость. Ну и замыкает мою личную кондитерскую тройку вкусовых предпочтений сицилийских сладостей фрукты мартарана. Такое вот пирожное в виде фруктов, овощей, ягод. Очень сладкое. Безумно сладкое. Похоже на какую-то ореховую кашицу. В нем очень много сахара. Вот настолько много, что ты кусаешь и чувствуешь, как этот сахар тебе эмаль отдирает. Не. Хоть оно с орехами, и полезное, и опасное. Мне не нравится. Не понимаю, чего вы тут все так любят. Лучше банан съел. Не, ну Машка ж любит, надо взять ей мандарин. Женщины. Согласно легенде, на Сицилии приземлился Дедал, улетевший от царя Миноса. Поскольку мы, шоперы, прилетаем в Палермо немного иначе, давайте же помнить о трудностях авиаперелетов и всегда заблаговременно принимать витамины. Как мы уже сегодня говорили, Сицилия славится своими каретами, корзинами, мраморными статуями и отрубленными головами. В Палермо есть человек, который смог это все соединить. Помимо традиционных художников, на Сицилии есть и современные деятели искусства. Вот, например, один из них – Жан Лука. Знакомая голова? Голова традиционная сицилийская, голова нетрадиционная сицилийская. У художника в мастерской много таких голов. Это его 3D-портреты. Все они сплетены как корзины, разукрашены как кареты и объемные как статуи. Это моя последняя работа. Портреты нашей планеты и ее спутника. Смотрите, это Земля, а это Луна, и у них любовь. Только Луна, конечно, должна быть намного меньше, чем Земля. Но неважно, это же искусство, тут не все должно быть правильно. А сколько они стоят? Обычно я продаю портреты по 3000 евро. Но эта композиция стоит 6. Я не хочу ее разделять. 6000 евро? Ну это, конечно, очень дорого. Хотя, что может быть еще более сицилийское, чем эти головы? Еще я делаю 3D-портреты людей. Но они необычные. Я их перекручиваю. Смотри, нос, например, может оказаться на затылке. Или вообще, все лицо будет там, где ухо. Это Карл Лагерфельд? Он знает, что вы сделали его портрет? Нет. Я писал ему в Фейсбуке, что хочу подарить подарок. Но он меня игнорирует. Это Карл, он такой тусовщик. Приезжаешь в Сент-Тропе, стоишь около известного ресторана с этой головой, Карл придет сам. Карл, почему ты не забираешь портрет? Не стыдно? А вы можете сделать мой портрет? Конечно. Сколько это времени займет? 3 недели. Деньги у меня есть, времени не так много, но мы хотя бы можем начать. Изготовим портрет, а через какое-то время мне, может быть, его пришлют. Yes? Да? Yes. Да. Итак, как все происходит? Сначала нужно сфотографировать лицо со всех сторон. Теперь я смогу сделать карту.
Прямо сейчас все мои фотографии, о господи, делаются воедино, и получается вот такой портрет Маши, которая съела 984 чебурека, заела хинкали и еще закусила пиццей. Я же здесь толстуха! Не переживай, ты не будешь выглядеть толстой. Смотри, я трансформирую эту карту на макет головы, и она становится объемной. Фух, ну слава богу. Дайте печенье. Маша, я распечатал твое лицо. Окей. Ты готова? Да. Слушайте, мое лицо превратилось в макароны. Я ничего не понимаю. Как из этого получится портрет? Я вырежу все эти полоски, потом приклею их на специальный материал и начну сплетать. Вы точно отправите мой портрет, когда закончите? Конечно. Точно? Да. Если не пришлете, я позвоню одному Дону. Если что, я преградила местной мафии, потому что деньги-то я сейчас плачу, а пришлют только через 3 недели. Ну, будем ждать, и я, в принципе, склонна верить художникам у нас. На первый взгляд, кажется, что Палермо – это дикая смесь средневековых зданий, сицилийских тележек, бедности и рэкета. Но это не так. В Палермо невозможно не влюбиться. Здесь так вкусно. Здесь колоритно. Это та настоящая Италия, которая никогда не изменит своим привычкам и традициям. Слушай, ну я прям в шоке. Голова традиционная сицилийская. Дон Паркинсон какой-то, или что? Ой, он мне колье подарил. Красиво отмазался, да? Это сицилийское чудо! Белла, белла донна. Бонжорно, бонжорно, Мария Игоревна. Еще Егор, третий. По башке тебе надо надавать за такие дела. Да. Хочешь, чтобы я заикой осталась? Да. Еще целуются. Да. Как шопинг. Даже несмотря на то, что купил себе, ну, как я считаю, классную кепку, да, неплохую тачку и попробовал твои марципанные каноли и все остальное, я чуть не подох. То есть жара может себя уничтожить, да? Ну так, сынок, сбил это, да. У тебя хорошо, как дела? Хорошо, я взяла на заметку. Слушай, у меня очень хорошо. Здесь вкусно, здесь красиво, здесь хорошие мужчины. И я хочу здесь остаться вообще. Ну и оставайся. А мы увидимся в следующем городе. Кастинг ведущий у меня на страничке в Инстаграме. Я останусь, Егор, я останусь. Про душу? Егор! Что за человек такой? Я же пошутила! Куда ты пошел? Без меня! Подожди меня!